Ну, не можешь, не можешь. Ребят, круто, круто. А внутри ты понимаешь, что ну облом. А теперь давайте Казань, и выходит 15 человек. Но как такового не было человека, который прям, ну, у кого-то учились. И единственное, я могу, может, назвать это YouTube. Потому что я помню, где-то в 2000, вот как раз в 2006-2005 годах я увидел в интернете, появился YouTube для меня, хотя он тоже где-то в то время. И я увидел там таких-то танцоров, как Вейд Робсон, у него было шоу на MTV, я помню, после этого я начал дома танцевать, ну, хотя уже был взрослый, уже учился там на третьем, на втором курсе. Начал дома много тренироваться и что-то из брейка даже пробовал. Так смешно это, да. Вот. Не, у меня на самом деле был, ну, я прям дома жила, у меня, как у нас был коллектив, назывался «Титаник». Вот, «Титаник». Вот, и там, в общем, как бы муж моей сестры, он был руководителем этого коллектива. Ну, можно сказать, я впервые попробовала танцевать там. И какой-то такой, может быть, даже интерес к хорошей музыке оттуда пошел. Там мне начал нравиться Майкл Джексон, танцевать там танцы Майкла Джексона. И вот какой-то не просто там непонятные какие-то танцы, мы танцевали то, что мне казалось, блин, прям классным, таким прям круто. На то время это было очень круто, да, это сейчас, как, в принципе, музыка и все, да. Вот, и как-то вот вкус какой-то, что ли, какой-то, ну, не знаю, музыкальный там или что-то, вот, чему-то я все равно там научилась в любом случае. Это были такие первые азы. Mm-hmm. Несмотря на то, что мы просто там могли копировать, например, хореографию там Джексона, но мы же это в концовывали в себя, пытались это танцевать, и как бы, вот, можно сказать, там были первые азы. А потом уже знакомство, вот когда с Сашей, и вот он меня познакомил с Ютубом. Как бы с помощью него там я узнала тоже там, что вау, Вейд Робсон, ну как бы он мне показал, как-то вот он был таким стартом для какого-то такого, ну, так скажем, следующего шага, уже более такого подробного, танцевального. Почти 8. В марте будет 8 лет? В марте 8 лет, ну, классная цифра, 8. В марте будет 8 лет, да. Это как она появилась? Ну, мы так внезапно потеряли работу, где мы работали, преподавали. А мы, наша работа заключалась в том, что мы учили детей, ребят, девчат танцевать. И что нам нужно было делать? Мы где-то в течение 2 недель постарались быстро организовать, найти помещение. Ну, это не здесь было, поменьше чуть-чуть, но тоже неподалеку место. И сразу открылись буквально через 2 недели после того, как... Вот. Короче, не было так, что мы такие прям готовились, планировали. Мы это сначала сделали, где-то, не помню, в каком году, но до того, как мы начали работать там в другой танцевальной школе, мы сначала открыли студию. Но это было так нелепо, как мы просто там в доме ученых сняли зал, открыли студию, назвали кинзбек, и через месяц ее закрыли. Вот, как бы сделали открытый класс, у нас уже были люди, которые хотели там заниматься у нас. И через месяц мы ее закрыли, потому что было предложение, ну, как бы от Насти Фатаховой, мы как бы работали, сделать команду, школу и в тим. Вот, мы как бы, ну, все. И там очень долго мы проработали, ну, сколько? Лет? Год 4, наверное, да? Может, больше, да? Да, 4. Вот. И потом так получилось, что как бы все, и мы просто очень быстро открыли заново. Ну, сначала это было, что мы арендовали зал там, в Зеланде, вот, как-то так по часам это было, не так, что там наше помещение полностью. Нас выгоняли, мы будем разбираться, просили, ну, как бы вот так, просто это все было очень так спонтанно. Но вот, как бы, от такого маленького мы как бы
не знаю, вот оказались вот здесь. И вот здесь уже мы сколько лет, получается, вот в этом зале? Семь. Будет 7 лет, да. А как появилось название по студии? Оно появилось сразу, еще при первом открытии. При первом нелепом открытии, да? Да, у нас просто была такая... А, тогда же мы так назвали? Да, мы назвались Kingston. Ага. Мы на самом деле, ну как бы нам понравилось созвучие, вот, я не помню уже, как да, там пришло быть, в голову. Да, может быть, может быть, там тогда было там... Степ-ап был популярный. Вот, может быть, но нет, это... Я помню, что мы тогда еще думали, мы тогда типа степ, ну как бы, ну и что степ? Ну просто нам нравился именно вот King Step, и ну, мы так немного побаивались, типа, ну King Step, то что, типа, крови, там этот, а вот мы такие думаем, ну как лодку назовешь, так и она плывет. Вот, ну а что нет, а что бояться, ну если нам нравится. И мы как бы вот так вот назвались, и потом, может быть, сначала даже нам как-то немного так было, сложно как бы говорить это как-то вслух, ну то есть не чувствовали родным пока это там название, но спустя какое-то время оно уже так прям природнилось, и вот ну, сейчас уже так превращается в слуху, и просто Kingstep, а Kingstep, ну как-то вот так вот, прикольно. Да даже не знаю. Да мы как-то не добивались этого. Ну, то есть, все, что происходит, и все, что вообще случилось, там, количество, там, учеников, команда хорошая, педагогов, там, наша команда, это все происходит просто потому, что мы, как бы, танцуем, и все. Ну, то есть, цели нет добиться чего-то, цели нет, как не было целей создать школу, мы даже назвали, ведь ее, как не школа у нас, а, типа, да, студия, мы так скромненько мы так хотели. А сейчас понимаем, что, по сути, как бы сейчас можно и школу называть, но ладно, как бы, студия тоже пускай будет. Вот. И как-то просто все само так получалось, потому что мы двигаемся вперед, мы хотим там развиваться постоянно там на классы, туда-сюда, и вот как-то рядом оказываются люди, которые хотят это делать вместе с нами. И вот все, что происходит, оно просто такой путь вперед. Само собой так происходит. Да, потому что у нас цели... они очень простые, но в то же время они получаются вот, в дальнейшем такие глобальные. Мы больше стараемся думать изначально, как научить танцевать, как там, привить детям там, трудолюбие, чтобы они ну, раскрепощались. Мы уже там, может быть, на десятом месте какие-то бизнесмены, но а на первом месте мы больше даже думать будем о том, чтобы ну, больше поработать с ними, куда-то выехать, исправить ошибки прошлого там, выступления, посмотрев миллион раз по видео, что мы делаем так, не так. Просто больше думаем о детях, которые приходят к нам в студию. То есть, несмотря на то, что там в школу, например, ну, как ты говоришь, там все на слуху, там типа все знают, это не потому, что она... сказать, ну, есть студии, которые тоже там, например, там на слуху, но они там много филиалов, они как бы такие, мы, мне кажется, по другой причине на слуху, потому что мы ну, максимально как бы хотим быть в творчестве, и как Саша сказал, что мы никакие бизнесмены, ну, да, да, вот, да, можно было бы из этого сделать чисто, что филиалы, да, там, то, да, не открывать вот, там, нам, то, мы больше за то, чтобы мы здесь все контролируем, в плане творчества, в плане развития, потому что все наши преподаватели, это все наши ученики, все, которых мы воспитали, которые к нам когда-то пришли, такие же неумехи. Ну, мысли о расширении все равно уж есть, как бы. Ну, это да. Это... Просто уж так, чтобы нам было все равно комфортно. Расширение помещений? Нет, ну, допустим, там открыть какой-то филиал еще. Просто мы так все тут у нас как бы выстроено, у нас такая система, там, что мы посещаем уроки друг друга, чтобы ну, у нас там все люди, которые командные есть, они, у них основной идет рост, то, что они ходят как бы на уроки, ну, прокачиваются. Потому что на командных тренировках мы ставим номера, это немного другое. Поэтому нам важно, чтобы люди много танцевали, именно были в танце. А для этого надо ходить на уроки, там, на хип-хоп, на паппинг, то, что как бы, ну, ставим.
Вот, и поэтому такая система как бы выстроена уже, если открывать там филиал, то начинается уже, ты каких-то людей туда убираешь, это начинается, mm-hmm. что они больше по времени. Ну, то есть такая сбивка, мы как-то пока не хотим это, короче, нарушать, но все равно попробуем. Получается здесь расти. Ну, mm-hmm. шире, да. Ввысь, во все стороны, мы понимаем, что еще есть к чему стремиться, но даже вот просто находясь в одном месте. Мне кажется, это вообще почти все. Ну, большинство даже из тех, кто сейчас у нас педагоги, занимается у нас 5-6 лет, даже они впервые боялись, когда до 5 говоря нам об этом, о том, что слухи, кто-то рассказывает, что вот как вы, таких очень много. Ну, мы об этом слышим очень часто. Ну, очень часто. Ну, мы не знаем, что здесь, как бы, сказать людям. Ну, не бойтесь приходить, мы не кусаемся, вы хорошие. И, как бы, мы, на самом деле, не так давно пришли к тому, что мы открыли там начинающую группу, потому что до этого у нас начинающих не да, было. Да, у нас не было. Да, у нас была там единственная группа начинающих, это хип-хоп beginners. Все, ну, потому что, как бы, у нас хип-хоп есть, хип-хоп должен быть такой и такой. Вот, а начинающих не было, только вот, может быть, года там 2 назад мы открыли там начинающих 10-13, начинающих взрослых. И мы увидели реально как бы ну, результат, эффект, скажем так, вот этого открытия, что ну, им проще доходить. То есть им, вот тем людям, которые боятся, у них есть возможность прийти туда, где они себя будут чувствовать, ну, как на данный момент комфортно. Вот, и потом они уже, и есть прям начинающие, те, кто занимается, например, там 2 месяца, и они уже такие смотрят на другие направления, и уже становятся более спокойнее, они могут прийти уже на что-то другое посложнее. То есть запрета ходить там на уроки посложнее у них нет. Просто у них есть база, где они получают базу, и есть то, где они могут оказаться ну, в какой-то такой прям в дискомфорте, или там, может быть там сложно, но это тоже как бы интересно. Поэтому... Да, даже съемка видео для них уже такой стресс. Ну, да. Поэтому мы открыли вот начинающие как раз вот с мыслями вот с этим, потому что у нас были люди, которые приходили на уроки, там на танцхол, на хип-хоп приходят, и они ходят, потом не ходят. И мы прям собирали собрание и говорили, блин, почему так? Ну, то есть кто-то остается, костяк пополняется, а народ, в общем, как бы вот этот вот, и он ну, видимо, понимает, что не может и уходит. И мы прям специально открыли начинающие группы и увидели, что, ну да, надо, ну, как бы круто, что мы это сделали. Ну, теперь их там нет. А раньше у нас была такая позиция. Ну, не можешь ты. Давай, борись, да. В Америке ты так вот придешь, а там все. Там какого нет вообще, там начинаешь. Танцуй с ними. Давай, либо перебарывай, либо, ну, не твое. Ну да, жестко так прям ходили, поэтому у нас из 10 пришедших 2, наверное, оставались, остальные, ну. Нормально. Да, ну, сейчас понимаем. Мы сразу говорим, если ты новичок, все, мы даже не разговариваем, идешь к новичкам. Мы даже уже наоборот можем говорить, если человек пришел там на про, и у него, например, там не получается, ты же можешь сказать, ну ты что пришел на про? Ну ты что пришел на про? Я говорю, ну там вас. Ты говоришь, объясняешь, что нет, давай ходи туда. То есть уже вот так. Мне кажется, раньше просто мы такие, у нас были такие мысли, потому что мы сами так всегда просто, ну, наш путь был такой. Но то есть мы как бы учились сильными, поэтому, да. То есть нас, можно сказать, никто не учил, это как бы мы самоучки, но мы всегда там ездили на классы, нам было капец сложно, но мы там как-то себя перебарывали, делали. И вот такое понятие, оно сложилось. Типа, тебе сложно, это круто, тебе сложно. Сейчас мы помудрее стали, вот, и как бы уже такие. У нас, если там по проценту сравнивать, у нас как бы больше хореографии. Но хореография – это танец. Это как бы все то же самое. То есть мы всегда были за то, чтобы не делить. У нас каждый ученик, который ну, уже такой занимается давно, уже который в костяке находится, он прекрасно знает, что если он хочет хорошо танцевать, он должен уметь импровизировать. То есть это прям вообще железно. То есть мы на каждом уроке говорим, что хореография – это ты просто как бы учишь, ты принимаешь на себя, и ты круто ее исполнишь тогда, если ты умеешь танцевать, если у тебя есть свой стиль.
То есть как бы твое исполнение вкусно будет именно если вот это все есть. Если ты не можешь просто под любую музыку взять, проимпровизировать, потанцевать, не умеешь этого делать, то значит не получится у тебя круто делать хореографию. То есть все тут взаимосвязано. Мы просто сами тоже, когда были молодыми, еще там до кикстепа, мы очень много в батлах участвовали. И вот как бы были и там, просто сейчас мы уже больше как бы вот в школе, в студии, в командах. Но мы все занимаемся фристайлом, мы можем, и мы после хореографии просто по целому треку, у нас ученики могут импровизировать. Поэтому вот эти вот мнения, типа там хоряжники, не хоряжники, это... мы себя так как бы не называем. Вот. А кто-то нас так называет, потому что мне кажется, потому что он просто не привязан никак к хореографии, он, например, как-то может узконаправлен, чисто просто вот. Это может быть жестко может звучать, но где-то может быть в этом есть зависть какая-то. Потому что человек может делать что-то одно, но не может делать хореографию, например, да. И он видит, и тут ничего не поделаешь, хореография, она более коммерческая, чем просто фристайл и батлы. И по востребованности, и по популярности. С этим сложно, потому что для простого человека, для обычного, который ставит Инстаграм, ему интереснее, проще посмотреть. Но это я не к тому, что мы поэтому этим занимаемся. А мы даже в то время, когда участвовали в батлах, и выигрывали кого-то, те люди все равно говорили, вы хоряженьки. Это сложно объяснить. Мы же... Я даже не знаю, почему. Мы, короче, как-то всегда были на своем вот этом мнении, что мы не хотим делить, но что мы там и за фристайл, и за хореографию. Вот всегда так было. И как по сей день, так и есть. И вот эти мысли. Сейчас уже как будто бы, мне кажется, такого не говорят. В принципе, не именно о нас, а в принципе такого нету. Типа там хоряжек, это вот в одно время говорят, было. В одно время у меня было очень остро, знаешь, типа там. Хоряга, импровизация, хоряга. Сейчас как-то все-таки это более... потому что те, кто танцует хореографию, они бывают очень круто все, в принципе, танцуют. Но сейчас нет вот этого разделения. Мы когда съездили в Америку, мы прям вообще убедились в этом на 100%, что реально там нет вот этой дележки. Там есть танцоры, ты просто танцор. Ты просто можешь прийти на класс, выучить хореографию, круто станцевать, после этого ты можешь там круто поимпровизировать, а после этого ты там можешь пойти там поджемить с кем. Ты просто танцор, ты просто танцуешь. И вот это всегда было с нами, мы съездили, и как бы, есть такое типа, боже, мне кажется, это правильно. Вот, зачем танец есть танец. Чемпионаты это так, мы больше про танцы, а все остальное это у нас бонус, результат. У нас есть возможность там с командой что-то сделать, у нас есть какая-то идея сольная. Мы собираемся вечером после всех занятий, после всех работ наших преподавателей и тех, кто находится в команде, собираемся, делаем номер и едем. Это лишний повод вместе потусить, съездить куда-то, пообщаться, посмотреть другие города и даже страны. То есть мы не та команда, у которой есть куча прописан план и есть цель, доехать, например, там с командой до Америки, пройти там здесь, Европу, Америку. Такого как бы нет. Нам хочется, было бы круто, в Германию с командой, классно было. Но больше это вот у нас есть ребята, есть люди, с которыми мы можем что-то замутить. И это круто. Вот как бы пока эти люди есть, мы можем раз замутить. И что с этого получится, может по-разному быть, может как-то прокатить, может не прокатить. Но вот такого, что мы прям команды рвемся вперед, нет такого. Вот. Несмотря на то, что там мы можем там поехать, выиграть, поехать еще раз выиграть. Но вот цели вот такой как будто бы нет. Мы даже если разговариваем с другими командами из Москвы, которые тоже там частенько выигрывают, находятся в топе все время, в тройке призеров. И мы общаемся, кто сколько с ним тренируется, то если сравнить с тем временем, которое они тратят на репетиции и наши, то мы занимаемся там по 1,5-2 часа на тренировку, а другие команды, они там по 5-6 часов ночами тренируются. Понятно, что это Москва, там сложно собраться, и поэтому они уделяют ночи напролет.
они говорят, а как вы так вообще приезжаете, выигрываете? Ну, потому что как по фану больше. Да, самое важное было, наверное, самое первое. А это Волга Чемп как раз был 2016. Да? Нет, это был, это же был Мига, разве, который разноцветный. Нет, в Сингапуре. Сначала она была в Ну, все. Ну, как бы вот первая была самая важная, когда мы там соревновались с командами, которые и участвуют давно уже на этих чемпионатах, и мы смотрим на них, ох, какие классные, крутые. Тут мы умудрились как-то взять и выиграть. Мы просто до этого достаточно много тоже выезжали, ездили. Очень много, да. И как-то вот, ну, мы понимали, что, я не знаю, ну как-то, короче, мы не были, мы там могли там быть в топ-10, там вот так вот. И не было цели, как бы, дойти до первого места, всегда было желание круто просто выйти. И мы так выходили, мы там ничего не занимали, но потом там люди подходили, говорили там, типа, блин, ребят, круто, но как бы при этом мы ничего там не занимали. Мы всегда думали, что такое, столько лет ездили. Да, и мы как бы, и мы уже думали, ну, наверное, сегодня вот эти выиграют. Как-то, наверное, кто-то сейчас так говорит про нас, мне кажется, наверное, о, Фёс Крю сегодня выиграет. Вот так как думали. Да, мы приезжали уже заранее, как бы даже не рассчитывали на то, что можем как-то. А ты все равно так думаешь, потому что ты же ведешь с собой, ну, как бы людей, ты же не один, и тебе хочется, чтобы там родители, например, кто-то еще был такой молодой, кого-то родители отправляют, и вслед говорят, ну, давайте уже, выиграйте. И ты так как бы, ну, все равно хочется, когда ты долго это делаешь, хочется, и когда ты первый раз это происходит, это, ну, как бы, да, получается так, что ты какой там, ты даже в это как будто бы не веришь, ну, то есть, как бы, я уже, Саша мне говорит, ты что, не радуешься, а потому что я уже начинаю думать, ну, что-то не так, вдруг попутаешь, ну, то есть, настолько начинаешь сомневаться, ну, и все, а так каждая победа, она клевая, ну, ну вот последний раз мы тоже вот выиграли на Волге, нам было особенно приятно, потому что мы всегда выезжаем с хип-хопом, ну как бы мы танцуем чисто хип-хоп, мы всегда выезжаем с хип-хопом, и везде, где есть номинация хип-хоп, мы вставляемся в этой номинации. А на Волге они как бы убрали там номинации, да, они сейчас делали просто бест-шоу там второй год. И мы, получается, в первый раз, когда они делали бест-шоу, там типа 100 тысяч рублей, 100 тысяч приз один, и там соревнуются абсолютно разные команды, там может быть и хопперы, и контемп, и все. И как-то и мы вот заняли первое место. И в этот раз мы приехали после хип-хоп-номинации с фэмью, взяли первое, и тут приехали в бест-шоу, а у нас такой прям, ну просто прям, чисто просто танец, да, даже без идеи прям никакой. Совсем, просто как бы танцуем мы чисто хип-хоп, без какой-то идеи. И как-то вот даже вот ты начинаешь так думать, блин, наверное, сейчас же типа идея нужна, там все. Ну и вот тут раз ты первый. Ну, как бы, и мы были очень прям рады, потому что, ну, видимо, как бы вот судьи, они заценили, я не знаю, что, наверное, качество, трушность, может, какую-то. Вот. И круто, когда ты выезжаешь всегда с одним стилем, и ты можешь уже бороться там, где всего вообще абсолютно разного очень много. Есть, наверное, больше желания. Ну, то есть, как бы, не то чтобы цель, ну, то есть, если бы цель, то мы бы сейчас уже, наверное, с ребятами уже бы договорились, там все. Вот если сейчас вот это желание после Нового года, оно придет как бы в цель, что мы такие все решили и всем говорим, как это было в прошлом году, все делаем визу. Все, все те начали делать визу, мы прям уже решили, что мы едем такого-то числа, выставились даты там на World of Dance, там сейчас просто пока там многих дат нет. Вот, ну, как бы, в Европу, куда мы можем поехать, это там World of Dance. И, ну, как будто бы что-то там есть еще, но мы там не поняли. Ну да, это просто известный чемпионат, где участвует много крутых команд. И если там как пройти отбор, если проходишь отбор, то ты имеешь возможность там, ну, как бы, то ты имеешь возможность поехать типа в Америку. Если ты там победишь. Да, если победишь, там вот в Европе, ты имеешь возможность поехать в Америку, но это тоже надо типа всей команде сделать визу. Чтобы у всех были деньги. Никто ничего не оплачивает. Да. Да, но это все как бы в принципе возможно. Вот. Но пока вот это просто как желание, я думаю, что, наверное, мы съездим весной куда-то, ну, там, в Европу. А что будет дальше, посмотрим. Просто в прошлый раз мы поехали в Европу без половины людей.
У нас обломалось вообще все. А это была такая поездка, когда ты летишь в самолете, и ты как бы людям говоришь, все круто, ребят, мы сможем. А внутри ты понимаешь, что ну облом, ну реально облом, потому что не поехало там, типа там сколько там, 4 человека, и это как бы сильные люди, это люди, которые там стоят там в центре, вот они солируют. Да. Просто они как бы не едут. И все, и ты как внутри понимаешь, что ну, по-любому не получится, но ты все равно на сцену выходишь, что мы сможем за тех, кого нет с нами. А нам за дизайн день все вот. Перестроить, переделать, ну, да, ночью это все упростить, мы прилетели и все за один день. Короче, в плане выступления поездка была ну, такая, нет, мы нормально все сделали, ребята молодцы, собрались, но все равно это уже как бы... Ну, те вещи, которые задумывались заранее, они не просмотрелись. Да, как бы было по-другому, да. Мы такие заведенные, вроде бы мы гоняли. И такие там, ты что, не достать? Все на нервах. Потому что ну, какое-то такое стрессовое было состояние. Но потом мы 3 дня ходили, гуляли. Это было классно. Это, как бы, это, наверное, даже вот то, вот, ну, как бы, что, так скажем, перекрыло какие-то все вот эти вот недовольства. Зато мы съездили, мы вышли там на эту сцену. Ну, как бы, прикольно, классно. Со звуком только беда была. Так, но... Ну, как бы прикольно. По-другому все равно, там, где зритель другая может там стоять да. с бокалом пива. Ну, как бы, это как бы норма. Да, там не сидящие места, они делают обычно, то есть это как... И на клуб не похоже, как бы вот такой концертный зал, но только без сидящих мест. А тут бар, и просто как бы, если ты хочешь, например, стоять и смотреть на команду, ты можешь стоять с бокалом пива. Да, там отдельно проходит детский и взрослый, это там 18+, уже. После детского полдня прошедшего там чемпионата, потом чисто все взрослые. То есть атмосфера такая, не все сидят и смотрят, а то есть во время того, как команда танцует, другие могут дэнсить, смотреть, поддерживать. Ну, вот такая же крутая атмосфера на Волге. На Волге, да. Нравится прям Волга очень, они сейчас еще сделали в новом месте, и там ну, очень круто. Ну, мне как бы нам кажется, что пока что это лучше, как бы, чем. В плане места, и все равно танцору важно, когда ты приходишь, ему важно, вот, ну, чтобы хотелось выйти на эту сцену. И там как бы вот эта вот тема, что есть возможность для тех, кто может сесть, и просто половина зала, пустого там пола, и как бы танцоры, они стоят, и ты танцуешь, и получается, что как, у тебя вот здесь вот народ, ты как на концерте, а сцена огромная, там звук просто... Ну, короче, мы были прям в восторге, мы в первый раз просто были в этом месте, но мы такие зашли в зал, и... Ну реально круто, ну прям круто, нам очень понравилось. Они все умеют круто считать, они все умеют круто, ну как бы, если так, держать атмосферу, напевать. Например, там ты если что-то разучиваешь, то они все обладают какими-то такими, ну, вокальными там способностями, например, там. И то есть все, что там, вот, ты бывает, когда там связку там подсчет прогоняешь, это не просто там... Раз, и два, и три, а это там типа ну как бы прикольно, и как-то ты вот всегда в какой-то такой вот движухе находишься. Ну это, наверное, вот сейчас что-то я так вспомнила просто, что они все практически так хорошо это делают. Это же еще в первую очередь, потому что это их песня, их культура. Ну да, они свободно себя в этом ощущают. Они придумывают и преподают под то, что они ну, знают и понимают. Мы порой здесь ну, больше процентов того, что мы не понимаем, под что мы, под какой трек танцуют, под какой ребята сейчас, про что песня. Мы просто делаем какие-то интуитивные движения. Нам кажется, что здесь будет лучше смотреть так, здесь будет лучше так. Хотя там песня про дождь и плач, а мы там веселые танцы можем танцевать. Ну, я где-то утрирую, но примерно это так и есть. Вот. А им проще в этом плане даже ну, и атмосферу передать, и станцевать, и поимпровизировать, понимая, о чем вообще в песне поется. Оно отличается, да. Во-первых, нет какого-то... Во-первых, там нет, нам показалось за месяц, что там нет каких-то вот сложностей в плане... какого-то дебра, загона. У нас это прям сплошь и рядом. Ну, как бы, я не знаю, там, сталкивался там, с этим или нет, насколько ты там вообще как бы, в этой станции находишься. Но у нас очень любят люди загоняться,
Не получается, не заметили. А, хочется заметить, не заметили. И они вот любят загнаться, подумать, мое это, не мое. То есть, как бы, там такого нет. Там, ты будешь загоняться, а в это время другой чувак будет, пахать, клево дэнсить и расти, пока ты будешь загоняться. То есть, а у нас вот, все-таки есть такая привычка, да даже если у нас приезжают иностранцы в Россию с классами, у нас, короче, больше ленивых людей. У нас приезжают иностранцы с классами, и вот наших танцоров хватает, на один, на два класса, потом я устала. И если я устал, человек не может себя, заново взять второе дыхание, перебороть и быть с энергией. То есть он устал, он все, вот такой как размазня, вот какие-то слабые, ленивые, Там то ли не умеет силы распределять, но вот там всегда есть держится прям хороший тонус, и поэтому там все всегда на позитиве, и все по кайфу, в первую очередь удовольствие. Вот. Нет, возможно, такого, что надо что-то доказать. Может быть, оно есть, но оно прям вообще не ощущается. Вот нам так показалось. Наверняка есть свои какие-то свои заботы, проблемы. Просто мы были бы все студии, это такие топовые, известные на весь мир студии, где приезжают со всего мира танцоры, где ты просто смотришь, и столько национальностей, столько рас, просто японцы, корейцы, русские. То есть мы даже встречали русских из 60 человек. Вообще просто со всего мира съезжаются танцоры, и там очень жесткая конкуренция, поэтому там, если ты будешь плакаться и переживать, и страдать от того, что надо или не надо, то ты просто будешь где-то позади всех. А так как там очень большая конкуренция во всех сферах шоу-бизнеса, если ты хочешь танцевать у Криса Брауна, ты должен очень много работать и пахать, светиться везде. Мы иногда даже заходили с утра в Инстаграм, смотрим эти танцоры, на которых мы подписаны. Они выложили клевое видео, мы приходим, к примеру, на какие-то мастер-классы, они танцуют там. После этого мы едем в другую студию, они едут же туда же, танцуют там. После этого мы приезжаем отдыхать, сам смотрим, они участвуют в шоу с какой-нибудь звездой на сцене. Думаешь, как они это все успевают? И так на следующий день, вроде думаешь, они, наверное, не придут. А они также приходят на следующий день и дэнсят наравне со всеми, даже больше. Так вот у них вот. Вот ты сейчас сказал про конкуренцию. Конкуренция там же реально очень такая большая, но почему-то, это не ощущается на классах в плане. Вот у нас как будто бы ощущается такое, что вот конкуренция, и кто-то кого-то там вызовет, и кто-то пытается понять, а что это его вызовет, почему. Какое-то такое вот. Потом как будто бы все вообще так радуются друг за друга. Вот что-то вот такое вот есть. Тут, мне кажется, такое может быть, наверное, в каком-то отдельном комьюнити, даже у нас в школе бывает, что ребята могут расстраиваться, смотреть, вызвали меня, не вызвали. Сейчас все это селекты, это какой-то признак признания и того, умеешь ты танцевать или нет. Это же бред полный. На самом деле это же так. А люди как будто бы не могут проще к этому относиться. Потому что там мы были на одном классе, где был человек 90, и эти 90 человек, они были все хорошо танцующие. Среди них прям есть очень крутые. Есть прям известные, есть прям те, на которых мы вчера были на классе. Но в конце класса он, например, вызвал двух девчонок, танцевал с ними, и все. Все, больше нет. Есть классы, где 30 минут идет хореография и 40 минут идут селекты, потому что, например, сегодня цель заснять видосы, и они просто начинают и ребята, которые просто на улице дэнсят, пришли, бибои какие-то, они учили хореографию, Николь, кирку, ее танцует по-всякому, по-разному, просто покривляние всего. Есть такой формат. Поэтому зависти конкуренции, как будто бы у нее нет.
Нет такого, что это один-два. Их, в принципе, как бы, ну, много. Много людей, которые, и это европейцы, там, и из Штатов. Ну, как бы, много танцоров. Не прям много, но есть те, которые, которых ты хочешь там всегда посмотреть это видео, остановишься, до конца посмотришь, и, там пройдешь по ссылке на YouTube. Есть такие, да, танцоры, которые... Да, есть те, у которых мы уже были много раз, и мы сразу еще много раз побываем у них на мастер-классах. Ну, например, хотя бы Паша. Ну, нам нравится, типа, там, Кензо, Шейн. Джошуа Уильямс. Ну, это как бы, это больше те танцоры, которые прямо про танец. Ну, то есть это далеко не хоряга, не хорячник. Нам больше нравится вот эта вот тема. Нам больше нравится то, где мы можем танцевать на классе. Да, тот же там Кензо и Шей, они участвуют и в батлах, и, ну, и очень там удачно выигрывают. Вот, кстати, тоже, да, история. Как бы чувак ездит с классами, преподает, как бы, дает хореографию. Ставит там шоу, участвует в батлах. Ну, как бы это как раз-таки о том, что он просто танцует. Все, он просто может и то, и то. Кензо еще и поет. Я за еще и крутой музыкант, да, под него несколько треков так танцевали. Есть конкретно такие ярко выраженные личности. Я сейчас там про команды какие-то, да, то есть этого стало больше. Вот. Если уж говорить там о том, что было типа, там, лет 8 назад, то я помню, что была везде школа «Импульс». И просто это было везде. И я помню, мы открывали, когда F-Team, и как будто бы там были все такие прикольные педагоги. И просто мы так приходили на урок, а у нас не было ни одного человека. Мы такие думаем, блин, что за фигня? Что такое? Мы просто все как будто бы ходили в «Импульс». Ты застала этого? Нет. Была «Импульс» школа, и она была в каждом дворе. Это прям был, ну, такой, видимо, хороший бизнес. Вот. И там преподавали... Ну, я даже не знаю, вот ты только начал танцевать, ты можешь уже преподавать. Это было вот так вот. А сейчас такое тоже есть. Но сейчас все-таки больше там, ну, такого, ну, дружного, это стало побольше. Вот. Может быть, там 5 таких там команд или школ, но это уже как бы нормально. Вот. Немного, конечно, для познания много. Пускай лучше будет так, да, чем будет там больше вот всяких вот таких непонятных. Ну, мы еще не следим прям так подробно, но я не знаю, какие еще танцевальные студии. Нет, ну то, что даже то дело даже не в студиях, то, что стали там проходить вот эти какие-то всякие фестивали, да, там, ну, там, конечно, там стали, там вот это круто вообще все. Батлам, соревнованиям, мастер-классам, которые проводятся у нас в городе. Ну, да. Ну вот мы, например, танцевали. Мы вот, например, устраиваем в январе, делаем апгрейд, но там у нас. Мы зовем ребят Москвы из Киева, но там у нас 90% это иногородние, это не казанские. И то же самое на самой груве, на интергруве, когда я как-то раз на классе сказала, типа, а теперь давайте Казань, и выходит 15 человек этих, ну, как бы, среди 450, я такая... Я говорю, я сказала Казань, я говорю, Казань, это как так, то есть как бы это приезжие. Это, ну, как бы прикольно, в принципе, а чё, мы же когда тоже там в Fairplay там ездили, там, наверняка, не от Польши, 90%, а, ну, как бы, приезжие. Ну, вот, но все равно странно немного, да, то есть, как ты вот сейчас спросила про уровень, а все равно получается, что, ну, как-то люди, либо они куда-то в другие места едут, либо, не знаю, непонятно. Ну, они не часто... Мы, короче, немного отошли от этого. Ну, то есть раньше, там, после, там, не знаю, может, там, года 4 назад, нас там звали туда. И нам это, ну, короче, не очень нравится. Вот. И это как бы круто. Ну, то есть мы просто начали понимать, что одно и то же. Ну, то есть если мы идем на какой-то там, типа, последний звонок выступать, ну, как бы нам хочется что-то делать классное. Ну, во-первых, классное, мы можем танцевать то, что мы бы хотели станцевать. Мы танцуем то, что там... Что мы делаем. Да. Ну, короче, как будто нам казалось, не меняется вот уровень, что ли, вот... Не подход, подход. Там, это те же самые там золотые куртки, которые были там 5 лет назад. И вот как-то уже все это стало вот таким вот... Нафиг нам надо, мы подумали. Ну, как бы нам за денег... Приходится отказываться от того, что мы делаем здесь. В пользу того, что нужно сделать, то, что нам не очень интересно.
Ну, если бы нам предложили там какой-то там крутой проект, где мы, например, можем полностью вообще там сделать так, как мы это, ну, не знаю, видим, ну, понятное дело, что советуюсь, ну, не знаю, как, что-то связано там, что-то, то, конечно, нам это было бы интересно. Но вот в какой-то момент мы подумали, что все то же самое. Ну, и много коллективов, которые, ну, много и в Казани, которые, ну, с флагами могут побегать и принесет это и удовольствие, и деньги, и, ну, зачем занимать что-то место? Вот пусть это делают другие, мы свое дело будем делать. Ну, прям так измените, так, в принципе, ничего, пусть вот так же развивается все. Да, просто надо поднимать свой танцевальный уровень многим. Я вчера была на классах у Яниса Маршалла в этом... на клубках ходил туда. Там было где-то 100 с чем-то человек, девочек. Вот. И, ну, я сейчас просто о том, что уровень вообще как бы очень-очень печальный. Mm-hmm. Вот если так смотреть. Мне кажется, что если бы сюда приехали, например, какие-нибудь хопперы иностранцы, то же самое, там, Шей, Кенза, было бы то же самое. То есть, да, есть единицы, есть там какие-то там, не знаю, 10-15 человек, которые там хорошо, и там и 5, которые вообще хорошо, но вот основное, это прям, ну, я вчера прям реально посмотрела, и мне кажется, он прям расстроился, ему здесь чувствовали, что, но это все равно же, когда человек там приезжает откуда-то вот так вот там издалека, тем более он столько всего видел, хочется, чтобы он как-то вдохновился твоим местом, а не получается, потому что ты понимаешь, ты видишь, как, насколько эти девочки вообще далеки, они только в Инстаграме там его там видят, да, но при этом они как бы сами не растут, ничего не делают. И так же было бы с хип-хопом там, и, не знаю, может быть, там с дэнс-холлом так не было бы. Вот. Но вот мне кажется, что если там приехала, да, реально там Кенза с классами, там Шей, Тоби, Диана Матес, то просто тоже была бы вообще, ну, как бы, вот печаль. Вот сколько лет мы ездим на мастер-классы, на разные воркшопы, у меня ощущение, что мы одни только вот там бываем. Я не говорю про какие-то там, где батлы проходят, да даже, мне кажется, да, да, даже в отличном, честно, было бы прикольно, вот так вот там приехали бы, там, не знаю, они с классами, там, эти танцоры, и вот пришли бы они, вот вряд ли они бы пришли, а было бы круто, если бы они пришли. Вот, и вот это вот деление, и оно какое-то, и получается, что об уровне, если говорить о танцорах, становится ли хороших танцоров больше, сложно что-то сказать, ну, потому что... Мне кажется, что потому что, ну, мало кто-то вот ездит у нас в другие города, в другие страны. Да, батл здесь проводится, да, они здесь участвуют, но и все. Я, конечно, подписан на большинство ребят, я вижу, чем они занимаются, и так, чтобы я видел, что кто-то, ну вот, они называют себя там батлистами, фристайлерами, проходят, вот, например, там, в Амстердаме фест, да, ну сколько там, один человек съездит из всей Казани, хотя в комьюнити танцевальное такое большое, много тех, кто участвует в батл. Или, ну, на джаз-бегу, ну, сколько человек, если так вот посмотреть, я не знаю, может, вообще никто не был в прошлом году из тех, кто у нас здесь живет в Казани, может быть, кто-то и был, но это такое вот маленькое количество людей, которые, ну, вот, ездят и все время питаются другими танцорами, но очень мало, большинство все варятся здесь, это не только про тех, кто занимается чисто фристайлом, батлами, также и, ну, хореография, мы ездим на много воркшопов, мы стараемся, ну, с Алиной ездить, ну, часто, если это приезжает человек, на которого мы бы хотели съездить. Ну, казанских ребят мы почти никого не видим. Если сейчас, вот прямо сейчас, ну, сейчас, да, наверное, фото- и видеосъемка. Если это было бы раньше, то, ну, мы, ну, я лично мечтал стать актером театра и кино, но мы и выучились на актера драматического театра. Когда-то там лет 10 назад я был уверен, что я буду играть в кино и в театр. Вот. Это тогда. Сейчас, если как бы не танцы, то да, наверное, фото и видео. Ну, мне это очень нравится. Сейчас... А вот ты, ну, конечно. Потому что раньше я могла говорить там, типа, ну, я бы, наверное, пела, а сейчас, ну, как, куда я там начну петь, да, сейчас это надо все как бы заново, так, может, можно было бы, потому что, как бы, я раньше, ну, думала, танцы или петь, я пела, занималась, выступала на сцене, вот. Сейчас даже, я даже не знаю,
Наверное, как бы я где-нибудь себя бы в любом случае, ну, нашла бы в чем-нибудь, открылся бы какой-то новый там, возможно, не знаю, что-то бы, какая-то дверь новая открылась, ну, вот так вот прямо сказать сейчас, чем бы, не знаю. Слава Богу, мы об этом не думаем, мы просто живем танцами и людьми, которые танцуют каждый день. Это такой вопрос, танцхолл или хип-хоп? Хип-хоп. Ну, на самом деле, я как-то, короче, я нашла золотую середину вот между этими направлениями. Ну, если раньше меня напрягало, что я становлюсь слишком танцхольной, становлюсь, и как бы я, типа, сейчас потеряю хип-хоп, или я что-то слишком, короче, захип-хопилась, я потеряю танцхол, а мне нравится то и другое. И вот сейчас я, короче, как-то нашла вот эту вот связь, и мне одно... Ну, короче, не мешает другому, вот так вот получается. Но мне интересней хип-хоп, потому что хип-хоп, он вот какой-то без грани, без каких-то вот рамок, что ли, он абсолютно вообще про все, абсолютно разный, может быть. Дэнс-холл — это все-таки такая вот прям вот культура, вот эти вот степы, что-то мне нравится там, в принципе, там вот это вот постоянное большое количество там степов, которые каждый день появляются, и вот это вот ты должен как бы следить за этим. Я уже как бы этого не делаю, я уже поспокойнее на это все смотрю. Мне танцхол нравится, мне нравится душа этого танца, мне нравится музыка, мне нравится грув, вот. И вот как бы я это как-то поняла, почувствовала в какой-то момент. Но если выбирать, то хип-хоп. Почему я показываю? Вот он я, хип-хоп.